А весну-то не остановить. Расцветают первые крокусы. Так, девочки, ну не мешайте. Прыгают на меня, как лошади. Дайте цветы показать. Смотрите, какие крокусы. Отойдите. Вот какие. И вот уже тюльпанчики. Тюльпанчики уже. Травы ставят. Ну вот как можно с этой банды что-то снять? Вот как? Деля, Мотя и Стар. Стар, вот он, Стар. Стар вот длинный, его прям видно, да? Это наш кабель. Кабель. Вышла в сад, как обещала. Немножко тут уже начала грестись. Нужно повыгребать остатки листьев. Сейчас сжечь это все нельзя, поэтому пока будем в куче собирать. Ну и так оставлять, пока в кучах. Потом уже по мирному времени разберемся. Обычно мы, конечно, сжигали, ну как бы следили, там аккуратненько сожгли, да и все. В этом году не будем дразнить гусей. Ну, просят по-человечески не сжечь, иначе не будем. Тут вот у меня ежевику я замульчировала. Соломка. Солома это и сено, это я вот из щенятника вчера достала. Мы с Анютой все сюда распределили. В такие кучи мульчирующие. Не знаю, как будет с дождями, но как раз сбережет влагу под растениями. Это вот мой палисадник. Сюда вынесла коробки. Туалеты щенячьи тоже буду заливать водой. Все будет тут на солнышке отстоится. Вымою все. В общем, работы много. Начинается весна. Стар! Ты меня получишь по жопе. Начинается весна. Туечки мои. Да все хорошо перезимовало. Хорошо все перезимовало. Вот видите, какие мискантусы. Мискантусы нужно будет обрезать. Зимой они очень красивые. Вот этот сушняк стоит красивый, хрустальный. Сейчас это нужно будет все обрезать, убирать остатки травы. Хризантемы убирать. Вот это все срезать. Как раз было же холодно, дубарь такой. Никто ничего не делал. Да, Стар? Да? Стар, ты заглядываешь, какой у тебя будет кусок работы? Да, я тебе выделю кусок работы, не переживай. Я всем определю. Мотька? Ай, Мотька. Стар, прекрати метить. Нельзя метить на туи. Вот же шкабеляки. Вот они противные. Вот. Тебе повезло, что я тебя не могу кастрировать. Тебе повезло. Ты бессовестный. Наша ванилька. Вот в этом щенятнике. Здесь были малые 4 щенка. Вот здесь я все выгребала. Анютка вчера помогала, все повыгребали. Здесь была солома застелена внутри. Потому что очень сыро было. Такая погода непонятная. То замерзает, то тает. Пришлось засыпать солому. Вот теперь мы ее все выгребали. Сейчас оно все проветривается. Потом буду заливать марганцем, чтобы там все запахи убрать. Потом дезинфектами. Еще поставлю кварцевую лампу, чтобы все обеззаразить. Вот, ну и будет считаться щенятник уже законсервированным до следующих щенков. Все приготовим. Вот такой вот наш щенятник. Да, Делечка? Делечка топ. Деля как колбаса. Докторская. Что тут у нас? Ну, вообще перезимовало все неплохо. В принципе, все живенькое. А розы, так смотрите, даже до последних веточек нигде ничего не подмерзло. Вот самые крайние веточки. Видите, и уже листики распускаются. Нужно в срочном порядке их обрезать. Ой, моя самая нелюбимая работа. Обрезать розы ненавижу. Ваниль! Ваниль! Я говорю! Вот ваниль не любит, когда корги гуляют на свободе. А она же нет. Она же в вольере, она очень злится по этому поводу. Ваниль у нас за справедливость. Работы куча. Просто куча. Ой, люблю я вот весну, конечно, за вот эту прекрасную погоду, солнышко и не жарко. Но работы, конечно, да, непочатый край. В этом году придется в озере всю воду сливать. Тут очень много мусора, очень много. Это уже будет не озеро, а болото. Придется полностью всю отсюда ее слить, наверное, под растения. Стар, не лезь туда, не лезь. Не лезь, там уже лед никакой, ты провалишься. Вот, а сюда заливать чистенькую. Летом у нас здесь кувшинки, очень красиво. Ну ты посмотри, я кому говорю?
Ты бы ему мороженого захотела. Слезай. Слезай быстро. Нельзя в озеро. Нельзя. Чтоб он еще слушался. Кому я сказала? Я кому сказала? Отойди. Вот так. Вот банда. В общем, работы хватает. Видите, даже самшиты перезимовали прекрасно. Нигде ничего не прихватило. Видимо, вот, наверное, вот эта вот погода холодная, весна, март такой холодный, наверное, даже им помогли, потому что обычно, когда очень рано начинает солнце жарить, ранняя весна, то самшиты всегда подгорают. А в этом году, смотрите, уже даже прирост такой вот молоденький, который прирост был, и он даже не пострадал. Останется только шары вот эти подкорректировать красивенько. Ну, это туда, может быть, через недельку. Посмотрим по погоде. Еще рановато резать их. Еще рановато. Вот. Так что вот так вот у нас здесь в входном саду. Это у нас входная зона. Также у меня еще большой сад на территории питомника. Туда еще пока мы не ходим. Им займемся чуть позже. Сначала, знаете, как у меня отец говорил, сначала зробив людей, для людей, а потом для себя. Поэтому сначала сделаем вот тут для людей, входную зону приведем в порядок, а потом пойдем уже для себя. Хотя мне всегда было ближе как бы для себя, чтобы свой глаз радовался, да, а что там видно снаружи, вопрос 25-й. Ну вот, моим родителям всегда было ближе, чтобы была изначально картинка для людей гарно, а потом уже для себя. Ну, это такой менталитет. В общем, поэтому, исходя из, да, из, скажем, наказов предков, будем наводить порядок вот в этом саду, который тут вот возле дома входная зона. Ну, а потом уже доберемся в большой сад внутренний, питомниковый. Посмотрим, может быть, в этом году я таки одолею, перекрашу эту беседку для собак. Это у нас здесь беседка для собак. Не, это не будка. Это просто вот летом гуляют собаки. Например, если дом закрыт, то они могут сюда зайти и спрятаться от жары. Здесь попить воды. Водичка здесь будет не на солнце все-таки. Сюда можно спрятаться от дождя. Вот такая прям себе настоящая беседка. Там даже лавочки есть. Там даже лавочки есть. Ну, на них собаки, конечно, не присядут, но... Ну, детворе, например, можно залезть и в таком, как в домике, играться. Вообще-то, конечно, и был такой детский домик игровой, когда он покупался изначально. Покупали мы его в комплекте вот с этим колодцем. Это нам где-то из-под Киева везли. С этим вот колодцем. И вон там мельничка стоит. Сейчас покажу. Вот, вот эти вот три изделия вместе мы заказывали. Ну, их, конечно, надо хотя бы в этом году зашкурить и уже обработать дерево. Потому что, получается, уже две зимы они простояли без покраски. Ну, это не годится. Надо уже наводить порядки. Вот. Вот так. Кстати, знаете, что у нас уже цветет? У нас уже начинает цвести лещина. Сейчас я покажу. Вот здесь у меня лещина, фундук. Причем он плодовый. И вот он уже цветет. По пчелам видно. Слышно? Слышно, как гудят? Я думаю, вам было слышно гул, да, этот пчелиный. Это значит, лещина зацветает. Она, конечно, цветет самая первая, рано-рано. Вот, в прошлом году у нас был классный урожай фундука. Прямо несколько таких хороших кастрюлек мы собрали. Классно. Лещина очень, очень полезная. Там всяких омега масса. Так что урожай был приятный. И это плодовый фундук, он такой крупный, он как крупные желуди по размеру. Потому что у меня есть еще декоративный, а декоративный он такой, ну, маленький. Такие вот, как одна фаланга, вот мизинчика, может быть, такие маленькие они. А это такой прям длинненький, большой. Я смотрю, что нужно нашим еще аистам этим подкрасить клювики. Видите, вот лапки у них с хорошей краской.
яркие такие, а клювы выгорели. Видите, что делается? Клювы стали белые, белесые. А на лапах краска классная. А клювы, не знаю, чем их попробовать. Может быть, лаком для ногтей? Ну, как вариант, я не знаю. Специально краску вроде ради клювов покупать нет смысла. Попробую, может быть, лаком дело пойдет. Не знаю. Можно, конечно, маркером или какими-то аниными красками. Акриловые краски у меня есть. Можно акриловыми, ой, вот так вот, акриловыми красками, а потом каким-то лаком. Ну, как думаете, чем лучше? Чем лучше, чтобы понадежнее было? Видите, черная краска хорошо держится, а клювы, ну ничего, это мы подкорректируем. Ивушка у меня, видите, какая красивая. Вот такая вот красивая ива. Тоже скоро будет распускаться. А вот, кстати, шиповник. И даже сейчас на нем еще можно оборвать ягоды. Ну, понятно, они после зимы такие уже подсохшие. Но можно оборвать и вполне себе заварить шиповничек. Все нужно обрезать, резать. Ой. Здравствуй, лето называется. Все. Мотя уже в тенечке улеглась. Вот как-то обидно будет, да, если все это разбомбят. Эх, типун мне на язык. А Путину на всю голову. Ой. Да, да, рыжие. Рыжие, на всю голову ему типун один большой, огромный такой. Да, скажи, чтоб ты сдох, падла такое. Да, да, мои девочки, да, мои зайчики, мои рыжие. Да. Вот так вот. Деля сердится. Ну хорошо, собственно говоря, показать я показала вам. Палисадничек, сад, что у нас сейчас тут весной происходит. Наверное, пора браться за работу. Сейчас-ка я пойду сделаю паузу. Выпью чай, посмотрю, что я тут наснимала. И за работу. Вот, и за работу. Может быть, попозже с вами еще встретимся.